Как снять обивку задней двери. У нас имеется 8 пистонов. Берем любой тупой предмет и штифты, которые в каждом пистоне, мы проталкиваем до упора вперед. Еще два, которые у нас крепятся здесь. И здесь. Достаем саму панель. Так, эти мы достали. Теперь у нас там имеется две белые. Аккуратненько тоже. Вот таким образом. Вот так вот. И теперь отсюда. Панель сняли. И добрались до наших механизмов. Так как у нас пистоны многоразовые, мы вставляем без штифта его сначала, вот. Потом штифт до упора. Вот и все.